Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Мегакул, мы продолжаем Hollow Knight. Находимся в королевских, как садах королевы, или там как-то королевских садах. Карты нет, надо в Грязьмут покупать. Карнифер оставил записочку. Вот, ну пока походим здесь, если я найду какое-нибудь перемещение, потому что пока что как-то мне вот до вокзала королевы переть, ну, немного лениво. Вот, и здесь есть у нас вот такие вот товарищи, почему-то которых я сразу решил собрать. Не слушая, ну. Вот что происходит, когда в игре нельзя отменять анимации. Вот, в общем, с грязищем мы закончили. У нас технически готов финал игры. Да, то есть мы можем совершенно спокойно отправляться ее заканчивать, но так мы закончим ее на офигенное место для попрыгать, вы решили сделать. Но если мы так поступим, то мы закончим игру на либо обычную стандартную концовку, либо на плохую концовку. Класс. Вот, а я этого не хочу, я хочу попытаться по максимуму, в общем, попытаться выбить самую лучшую, хотя это очень сложно для первого раза, с первого раза всегда все, как правило, делают обычную, стандартную, просто я очень сильно сомневаюсь, что у меня будет время и нервы для того, чтобы перепроходить всю эту ахинею, вот, и если я пройду игру один раз, то я, скорее всего, потом просто, ну, просто посмотрю на ютубе все концовки, которые есть в игре, и на этом просто остановлюсь. Поэтому с первого раза хочу попытаться по максимуму. Несмотря на то, что половина боссов в этой игре — это маразм геймдизайнера. Кошмар Кодзимы, я не знаю, то есть там все плохо. Структура, о боже. Там, где структура противников построена на совершенно омерзительном уровне. Непонятно, чего пытались добиться. Мне все же просто уже от пройденного пути хочется добиться чего-то большего. Так, можно не в шипы, пожалуйста? Какие здесь паркур-карты вот эти. Есть контакт. Так, ну, у нас 924. В целом это больше половины от того, что нам нужно собрать для лучшей концовки. На лучшую концовку на 1800. Так, это мы все еще здесь, да? Просто я думаю, нам надо как-нибудь дойти по-хорошему до грибных путей. До вокзала королевы я бы хотел, чтобы карту купить. Какие-то шорткаты, смотри, я открыл. А, вот это, кстати, круто. Это хороший шорткат, да, мне нравится. Да, здесь можно просто вниз, к вокзалу королев. Как раз пойдем купим карту, если стоять. Это не вокзал королевы. Это не до вокзала королевы близко здесь. Зараза. Ладно, пойдем. Здесь пропрыгать не такая большая проблема. Блин, как хорошо по грибным пустошам перемещаться, вообще не боясь кислоты. Это просто... Это такой кайф в сравнении с того... С тем, что у нас было раньше, когда ты... Что это за звук, а? Вот что это за звук? Конечно, предполагаю, что это за звук, но... Понимаю, где он. А, кстати. Вот он, господи. Мужик, я здесь.
Кунги-гунги, Мишо Масанга, Поги Удунга. Это... Господи, его можно избить просто. Няшу ламу, шруба дунга ола, ламу гунги. Ладно, короче, это чувак, я дам небольшое объяснение. Наверное, если бы я не читал про концовки чуть-чуть, я бы не узнал. И тоже не понимал бы сейчас, что это за хрень. Но это товарищ, который отвечает за сцену после титров. То есть нам нужно поговорить с ним 7 раз в 7 разных частях карты. Я поэтому говорил, что для первого раза получить сцену после титров практически невозможно. Именно если, ну, неосознанно это делать, имею в виду. Неосознанно надо в нужном порядке пройтись по определенным местам и найти его 7 раз, поговорить с ним 7 раз, тогда будет сцена после титров. Она не то чтобы будет нести какую-то смысловую нагрузку, но она просто будет. Вот. Это важно. Зельда? Паха надо. Да ладно. Карнифер спит, смотри, лол. Так, подожди. Таким количеством карт? Даже не знаю, что пойти сделать такого. Зараза. Можно... ну не, подожди, сейчас, я знаю, что надо сделать. Опять же, займет немного времени, ну-ка, сейчас я куплю хотя бы что-нибудь. я понятия не имею, что за край королевства. Давай сады королевы купим. Нет, купим мы все. Просто одно я могу. Вот, а за остальным сейчас придется сходить в банк. Потому что я, видите ли, дорожу своими миллиардами. Мне они нужны, мне они важны. Без них я буду чувствовать себя некомфортно. Сейчас я могу купить все, что захочу. Как раз предлагаю пользоваться этими возможностями, пока можем. Кстати, в сады королевы, чтобы попасть, нам, наверное, не обязательно надо будет. Ну ща, давай, да, к бангу, я так меньше теряться буду. Ты чё, охренел? Сука. Я ненавижу эту игру. Четыре пятьсот! 4 500. Я найду эту мразь и отрежу. Ох, ты будешь страдать. Ох, ты просто будешь страдать, когда я тебя найду. Чтоб я еще раз куда-то отдал деньги просто. Чтобы еще раз, реально. Просто забей вообще. Хотя почему вниз я сначала хочу? А давай вниз. Не такая большая локация, кстати. А зачем?
Я подумал даже об этом. Да, да. Это, конечно, ситуация. Ситуация, нас немного обокрали. Я все же надеюсь, что в этой игре есть карма, что рано или поздно я эту мадам встречу. Кстати, это очень даже возможно. То есть я где-нибудь с ней совершенно случайно пересекусь. Она такая: ой-ой-ой, это ты? Я скажу ей: бабки гони. Вот, и она, ну, отдаст. А, ну да. 150. Да-да-да, угу. Лавка за 150 гео. Конечно, конечно. Уже отдаю, ребят. Вниз? Не хочу вниз. Я хочу зарабатывать гео. В очень больших количествах. А-а-а. Ой! Ты быстрый. А я вот так умею делать. Ну да, у меня есть небольшие способности читера, так сказать. Сучки такие, просто ненавижу вас. Опа, вот так вот. Как тебе? Понравилось? А этот просто слился с передним планом. У меня труп. Ну да, я труп. Просто конченый противник. Все же на этот раз попадались, да? Ну, типа, рано или поздно ты захочешь сложить свои миллионы. В любом случае. Кстати, сделать летающего богомола сбалансированным, дать возможность отбивать его прожектайлы. Ну, это просто дебилизм. Это просто ежик, блин. Просто сраный ежик. Стабильно отхватывать. На. Я не сомневался, что есть еще. Вы сомневались? Я нет. Я не сомневаюсь, что сейчас еще летающий пригонит. Пожалуйста. Умереть не было желания. Чем ты от обычных-то отличаешься, я не понимаю. Столько жить. Вот меня каждый раз я задаю вопрос, ради чего это сейчас все было. Удиви меня. Прикол в том, что каждый раз удивляюсь. Просто как... Там есть вода где-то. Так, 133. Кстати, здрасте, гусеница. А, можно за наградой за гусеницу сходить, и мне, в принципе, на карты накинут. Так, стоп. Чего? Это я где? Окей. Здесь покоится дитя предателя.
чё? И ничего. Интересно. Класс. Ну да, надо подпрыгнуть. Ну, то есть... А снова куст бьет. Тут заблудиться... Это что еще такое? Тоже нечто безобидное. А! Это прикольно, да, ваша территория. Не убивайте. Маска, просто маска лежит. Да господи. Ну вот, ну, вот. Это же рандом. Это абсолютный рандом. Слишком очевидно, что здесь что-то есть. Ми-ми-ми-ми-ми-ми. Дом. Пусти. А как? А что это? А это, наверное, через другой проход надо. Блин, это что-то клевое. Может, там какой-нибудь мастер гвоздя живет? Сюда я не пойду, спасибо. О, господи. Как оно должно мне урон нанести, было интересно. Так, тут, короче, много этих зубастых тварей, да? Класс. Зашибись. Просто бери. Нет, давай не просто бери, ладно, хорошо. Другому сделаем. Сюда идите оба. До свидания. Жри меня полностью. Молодец. Печать Хэллоунеста, да что ж такое? Меня просто печатью не впечатлить. Ну, тут надо на удачу. Пролетел. Как рассчитывали, так и сделал. Летающие твари. Ага. Ага, понял. Драться будем? Я бы не хотел. Какой-нибудь смысл в левой стороне этой? Нет. Правой? Нет. То есть только это, понял. Потом, чё говоришь? О, королева, королева идет. Я так долго ждала, и вот она совсем скоро прибудет. Кажется, я вот тут взорвусь. Я охранял его, этот священный сад. Все это время я охранял его, и королева скоро вернется и научит меня летать. Подождем вместе, странник. Поиграем вместе. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Подожди. Я тебя слишком боюсь пока. Точнее, слишком боюсь умереть, потому что я далековато. Мне вот скамейку активировать? О! Минус 200? Подожди, стоп, это вокзал королевы. Нет. Это просто вокзал. Обычный стандартный вокзал.
Круто. Где вот тут просто в переходе есть вот такое вот. Так, ну я посидел, отдохнул, пойдем убьем. Пойдем разберемся. А я могу просто долбануть его вообще мечом и типа. Давай поиграем, вы, как правило, несложные. Я не верю, это что, босс с интересной механикой? А мы с тобой точно играем? Просто, по-моему... По-моему, ты, конечно, притворяешься мячиком, у тебя очень прикольно это получается, но я мечом тебя долблю, тебя как, нормально? Опс. Типа... О, странник, ты такой сильный, намного сильнее меня. Я так долго ждала, странник. Я так долго сражалась, странник. Я очень-очень устала. Королева скоро придет. Мне очень нужно немного поспать. Разбуди меня, когда придет королева, странник. Может быть, королева научит летать на обоих, странник. Будет. Будет весело, правда же? Сколько дашь? Сотку дал на все. Защитница корня и листа, мы чтим тебя. Ну, такое, да. Мне надо где-то еще 800 найти. А, тут закры... А, ну, открой. Я типа... Интересно, на самом деле. То есть 800. Просто в ком... Ну, в той... В зале, где одни только воины грез сидят. Там какая штука? Их там больше 8. Я сомневаюсь, что каждый из них дает меньше сотки. А нам 1800 всего надо. Может быть, нам придется все-таки не всех убивать. Может, там с ними вообще боссфайтов нет, хотя... Не знаю. Так, мы сейчас должны прийти в то самое странное интересное место. Где как будто кто-то живет. Пока что я зачем-то поднимаюсь наверх. Не, я не буду с вами драться, ребят. Мобы, сделанные инвалидами, этого не заслуживают, окей? Блять. Какое-то... Так. Это можно разбить. Это выход. О! Да ладно. Зеленая тропа. Так, ну смотри, сходится. Я начинаю закрывать куски карты, по-моему, просто. Но я умею вот так делать. Почему? Ну почему? Ну что помешал, господи? Оно не должно наносить мне урон. Я лечу с огромной скоростью или что? А, это ради гусеницы я делаю. Ну ладно. Как обратно? Ну и так мы... Я сейчас обратно могу отчекрыжиться. А, ну га-га. Класс, там просто чуть-чуть не выверил. Вот отменить нельзя. Почему нельзя отменить? Вот это... А, теперь он умер! А
по какому, мать его, принципу это работает? Почему он то умирает при соприкосновении, то не умирает? Это как так? По какому принципу побеждаю я или не я? Чего? Чё за бред? А, класс. А у меня нет способов обходить это, если чё. Ну, в смысле, это обойти где, как, кого? Невозможно. У меня нигде обхода нет никакого. Чё за бред? А чё снизу? А снизу можно очень скоро выйти к глубинному гнезду, да? Интересненько. Очень-очень интересненько. Эти темные стены. Шорткат. Может, я все-таки смогу какие-то из них убирать? Я просто не понимаю. Ну и что? Мы просто были с другой стороны, там же, ну, ничего нету. Угу. А если бы, когда ты летишь в воздухе, вниз камеру поворачивать бы, блять, можно было бы? Тогда и вопросов бы не было. Но нет, у нас угадайка. Так, я на вокзал не хочу. Сохраниться было бы неплохо. Здесь были... Какой ты молодец. Как ты это сделал вообще? Атакующие кусты, аккуратно. Нас окружают атакующие кусты. Иди в задницу. Иди в задницу, почему ты именно эту анимацию? Почему ты просто... Почему это был просто не рывок? Что тебе помешало просто сделать рывок? Зашибись. Два сразу. Челика, из которых рандомно в рандомном направлении вылетают проджектайлы. Зашибись. Здрасте. Здрасте. Деньги у вас, да, тут? Я в какое-то очень нехорошее место спускаюсь. Какой-то очень недружелюбный босс-файт. Или в какую-то новую локацию. Или... Нет, тут это... Это глубинное гнездо здесь уже, да. Как будто часть глуб... Да, все, это глубинное гнездо. А здесь что у нас? Что это такое? А, маска, точно. Чувак, который делает очень странные движения. Так, ну, все, сады королевы, ГГ. Я так понимаю, блин, только обратно... Обратно теперь по этим шипам. Твори шипы не шотали. А, класс. Класс. До свидания. Здравствуйте, до свидания. Блин, 150. Так. Ну, по-моему, это все. По-моему, мы все сделали. Мы босса убивали здесь? Мы его не встретили, да? Мы убивали вот это, но это не босс-файт.
Я спрашиваю именно про босс-файт. Но все равно есть вот эта вот невидимая стена. Это, кстати, возможно, там и есть босс. Где через стену? Я не понимаю, как туда попасть. С левой стороны я не могу туда попасть. Ну да, это все сады королевы. Единственный такой вот проход. Но там, блин, закрыто. Непонятно, что делать. Пойдем еще один разок. Наверное, мы сходим... туда. Может быть, вдруг я увижу каким-то свежим взглядом проход, но просто туда нет иного пути. Либо я реально... засунь себе в жопу, это просто... А, хороший путь я выбрал, кстати. Такой максимально неогребательный. Это рандом чистейший, здесь рандом. Вот это место, оно прям дает посмотреть, типа, смотри, там что-то есть, там, кстати, кто-то есть. Да? И ничего не понятно. Тут везде уроды. В виде травы. Тут гусеницу чисто спасаешь, конечно. Блин, ну не шарю. Не знаю. Нет понимания. Пойдем мы тогда поступим корыстным путем. Накупим карты. Так, стоять. Там я был, все нормально. Накупим карт. Купим даже карту того, чего никогда не видел. Потому что я, ну, буквально ничего не видел там. Какая-то вообще карта локации, в которой я не то чтобы не был, я даже вообще не представляю, что это, типа. Как так такое возможно? Кроха, я нашел его, гнездо рогачей, где я родился и рос. Но я еще не был там. Мой долг предписывает отправляться в путь только по зову. Но если тебе охота повидать его, могу тебя туда отвезти. Вряд ли нас там кто встретит, но на гнездо все равно стоит посмотреть. Одно твое слово, и я мигом домчу тебя туда. Это куда? Так, подожди. Мне пока вот грязь-то хватит. Еще куда ты хочешь меня отвезти? Ничего. А, подожди, так это последний... Это последний? Все, перемещений больше нет. Это последняя перемещалка рогачей. Рогача. А там справа еще локации есть. Там у них нету? Ужас какой. Там, я просто уверен, я знаю, что там справа от... ну вот справа, короче, в правой части от города слез. Там есть еще две локации целых. Может, конечно, не таких больших, но, блин. Локации все-таки. Вот все мои карты амулет. Читай холонест. Читай 250. Сколько я наспасал? Сколько я наспасал? Ну вы мне практически компенсировали кражу. Что я вам хочу сказать? Практически. Практически не значит полностью. Но это, ну, слушай, неплохо, неплохо. Так, и Зельда.
Вы меня решили того? Так, ну Туманный каньон, чтобы понимать, что там происходит. И Край королевства, что располагается далеко на границе этого мира. Мой муж, он постоянно так далеко, а я все это время дома сижу. Что за Край королевства? Картограф. Все карты. Что? А! Так это... Так это последняя локация? Так, давай смотреть. Значит... Бум. Туманный каньон исследован, ну, практически весь. Практически. То есть там получается вот один проходик. И наверх можно подняться в одном месте. Хорошо. Сады королевы, вот этот проход налево. Зеленая тропа. Ну, вся. Воющие утесы все. Забытое перепутье все. Кристальный пик весь. Земли упокоения, ну они в принципе маленькие. Город слез весь. Да, Колизей глупцов. Это что такое там, заметка такая? А где история? Тут есть история? Это что такое там? Не хочу узнать. Причем вот в этот Край королевства, как я понимаю, мы приезжаем на трамвае. Древний котлован, все, но там снизу есть еще дверь. Одна. Далекая деревня. Королевские истоки все. Слушай, ну... Глубинное гнездо... Там только один проход, вряд ли важный. Ну, в общем, больше... Тут я не знаю, сколько там... Ну, очень много карт открыто. Короче, вот... По локации, вот Край королевства, вот под Краем королевства есть еще одна, еще один квадрат небольшой. Но в древнем котловане там еще прикол вот с этой дверью, я пока не знаю, что там. Но это там вряд ли что-то большое и серьезное. Ну вот, короче, нам осталось правую локацию, получается. Правую локацию, добить левую сторону, где мы еще не были. А это один проход в сады королевы, где я просто не понимаю, как пройти пока что. В Туманном каньоне до конца разобраться. В глубинное гнездо спуститься вон туда, посмотреть. Вот этот вот проходик. А, получается, здесь, ну тоже с темной штукой надо разбираться. Это я пока не понимаю, как работает. Вот, и Край королевства. Как последняя локация. В Долину Духов еще сходим, пофармим что-нибудь, если можно. А так, в целом, вот, вся карта, практически. То есть мы, короче, очень близки. Ну да, скоро уже будем заканчивать игру. Я думаю, где-то еще серии 2-3. 3 вот максимум, наверное. 4, может быть. Мы закончим игру. Не знаю, как я говорю, получится там на идеальную концовку, нет. Надеюсь. Буду стараться, ну а так, пока что мы на этом закончим, да, и разбираться будем дальше уже в следующей серии. На этом пока что все, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. Всем удачи и до новых встреч.